Снимать, не снимать, короче, что-то я уже это, как сказать, перегорел, наверное, так скажу. Опять-таки, говорю все как есть. Может быть, этого и не стоит говорить, но говорю как есть. Короче, прикол в чем? Поехал я на днях в Новосибирск в рейс. Ой, в Новосибирск, блин, в Нижний Новгород. Классный, ну, как бы рейс, классные места. Проезжал через Чебоксары, по Чебоксарам по центру города проехал. И вот эта вот камерка меня подвела. Телефон у меня все уже, там у меня, ну, 64 гигабайта памяти, то есть у меня на него особо ничего не поснимаешь, там микрофон тут, ну, короче, одним словом, на телефон не поснимаешь, камера вырубилась, я думаю, ё-моё, я здесь вот коротыши катал постоянно, каждый рейс снимал, а тут поехал в Нижний Новгород, там, ну, классные реально места было, проезжал, пробки, всякая фигня, всякая движуха, обочечники, и не подснял, думаю, ну, ладно, сейчас у меня коротыш, я вот, ну, вот такой погрузочке, вот так вот встал, заехал, на такую погрузку еду в Менделеевск, опять тут коротыш, ну, нормальная ставочка, вот сейчас прокачусь в Менделеевск, если успею, еще поеду, загружусь на Чистополь, работа тьфу-тьфу прет, но нужно делать без НДС, то есть у меня там с расчетным счетом нужно небольшие вопросы решить и уже нормальные реально рейсы дергать, пока работа есть, вот как-то так. Опять-таки меня сейчас газелисты камнями закидают, скажут, ты чё мазу ломаешь, ты чё, братан? Работаешь, работай, не рассказывай ни про ставки, ни про объемы и так далее. Ну, буду честен с вами. Вот. Сегодня был грузик в Лениногорск. К сожалению, моей 5.20 не хватило. Отдал этот груз другу. Быстренько сейчас нашел себе Менделеевск. Тут же мне звонит, грубо говоря, постоянник. Говорит, нужно ехать в Чистополь. Я такой думаю, блин. Я говорю, ладно, сейчас я быстро смотаюсь туда-сюда и уже поеду. Но в итоге у меня сейчас тут, к сожалению, поэтому... Кстати, этот Спартак так я еще не закрасил. Кстати, ребят, если кто-то покраской занимается, то буду рад вам отдать, так скажем, машину там на покраску. Ну, естественно, за адекватную сумму, потому что неохота много валивать. Не, потому что все равно быстро... Она опять ржаветь начинает. Вот так вот у меня кузов. Ну, тут стяжки поперечно сделал. Здесь заварил, как бы, грубо говоря, визуально не очень красиво, но зато плотно все. То есть кузов уже не гуляет, а как раз я вам, ну, не показал этого момента. Тут заварил. Вон там вот по деревяшку у меня тоже заварено, где была трещина. Так что кузов сейчас вообще плотничком. Но все равно на всякий случай диагоналку делаю. Так, это у меня здесь мотоцикл упал, блин. С этого, с фильтра масло потекло. Также по контенту с мотоциклами, я там в деревне накатался, наснимал, если вам будет интересно, ребят, напишите, я выложу. Пока ничего не выкладываю. Я даже, честно, думал, сейчас возьму камеру и просто забуду, как просто с камерой разговаривать, но нет. Ну, не с камерой, для меня это я с камерой разговариваю, а по факту с вами. Вот, как-то так. Ладно, сейчас, надеюсь, меня в ближайшее время загрузят и буду выдвигаться в Менделеевск. У нас еще ремонт моста был, как раз, я думаю, ребята, кто дальники мотает, уже знают. Постояли в набережных Челнах. Вот. Вот сейчас как раз этот ремонт моста закончился, в те направления можно спокойно газовать. Ладно, ребятки, давайте, гружусь, выдвигаюсь. И вообще, жду от вас обратной связи. Продолжать мне такие мини-рейсики, так скажем, разговорного формата или нет. Блин, конечно, с Гуром надо вопрос решать, он у меня капает. С Гур капает. Я там подливаю немного, не парюсь. Ладно, ждем погрузочки. Ребят, закинули меня. Ой, зеркало сбил сам себе. Закинули буквально за 2 минуты. Там два поддона. Сейчас опять звонит клиент. Ну, новый.
предлагают погрузку в Свердловскую область за наличку. Сейчас я рассчитываю расстояние, насколько мне это выгодно, смотрю обратки и так далее, и ей даю ответ. Сейчас пойдем, тебе покажу, какой у меня грузик вообще сейчас. Так, сейчас дверь сразу. Так, вот так вот два поддончика у меня здесь. Раз и два. Если выгрузка будет рахлями, то вообще славно. Ну, я имею в виду, на пандус куда-то буду подъезжать. Надо даже распорки, наверное, ставить не буду, чем я здесь до Менделеевска докатить. Да, ровно. Дверь чуть-чуть не провисает уже. Ну, конечно, вот этот уголок немного мешает, но у меня дверь из-за этого еще плотнее закрываться начала. Как-то так. Ладно, выдвигаемся. Надо сейчас успеть выгрузиться, потом поехать. Попробовать успеть в Чистополь и договориться на завтра на погрузку на Свердловскую область. Если не успею в Чистополь, то уже будем решать, что там дальше смотреть. Так, давайте. Так, раз. Температура в норме. Давление. Нормалек, свет врубили, все, полетели. Единственное, что меня отрыгнуло, это вот эта вот рылешка, скорее всего, я думаю, потому что она там щелкать начала. Ну ладно, этим позже займусь. Что тут охрана? Досмотр будет или сразу меня выпускают? Ага, понятно, он там. Идут, ладно. Лишний раз камеры здесь светить не буду. Сейчас открою, покажу, что к чему. Так, ну все, доехал до выгрузки. Не очень классная новость. Свистят подшипники, ступицы, я так понял. Надо проверить. Блин, вот минус таких колпаков, не потрогаешь крышку прям полностью вручную. Я думаю, ее там... Хотя, блин, у меня на солнце она вся горячая, ё-мо. Короче, вот так вот. Выгружает меня. Один поддон вообще легкий был, там прям один человек этот поддон взял, подтянул. Вот. Короче, договорился по погрузке на Нижнюю Туру. Это Свердловская область. Поэтому в следующем влоге уже поедем туда. Сейчас, я не знаю, надо будет найти сервачок, где поменять мне подшипники. У меня вон резина вот так вот, елочка, видно, как хавает ее. Здесь нормально, с обратной стороны, я не знаю, скорее всего, подшипники сделаю. И буду резину переворачивать, ну, то есть колеса на разные, на другие стороны, короче, ставить. Вот, как-то так, поэтому пока фронт работы такой у меня. Посмотреть за машину. Вон, блин, у меня еще вот отсюда потекло, я говорю, у меня самого редуктора-то не текло, вон она. Ну, сейчас я приеду, попробую подтянуть это, конечно, все. Там на самом, получается, насосе уже пытался подтягивать, уже все по максимуму подтянуто. Это, ну, короче, честно сказать, не так много у меня хавало, поэтому я хавало, уже второй раз сказал, не так много кушало, поэтому я не запаривался особо. Ладно, сейчас погружаюсь, я не знаю, может быть, даже влог со Свердловской области сюда засуну, потому что, ну, это что, я там приехал, загрузился, рассказал вам, опять поплакался. Посмотрим, короче. Я уже как-то, ну, без энтузиазма смотрю на все эти влоги. Ну, реально они, потому что скучные. Некоторые моменты я когда отсматриваю, ну, то есть я же когда редактирую, мне приходится по несколько раз в этот влог смотреть. Я, блин, да, у меня прям резина, вот смотрите-ка. Раз. Если она здесь нормально идет, то тут она прям прыгает. Ну и машина, когда едешь, прыгает. Ладно, хватит соплей. Буду делать. И уже завтра, получается, гружусь. В субботу вечером буду выезжать, чтобы в воскресенье выгрузиться. Чтобы потом дальше мог спокойненько на понедельник работать и искать. Так, ребята, опять добрался до Челнов. Кстати, быстро прилетел, ништяк без пробок. Сейчас стою, жду. Буду грузить одежду в Чистополь. Дорожку на Чистополь, кстати, я вроде еще не подснимал. Ну, там тоже особо снимать-то нечего, на самом-то деле. Но сегодня относительно продуктивный день. Сейчас мне уже отправили заявку. Буду подписывать заявку на, получается, на Свердловскую область. Съездил в Менделеевск. Сейчас съезжу в Чистополь. Вечером вернусь домой. Ну, оттуда вряд ли я что-то заберу. Но ставку я вроде нормальную сказал, поэтому в круг пойдет. Ну и все. Завтра уже выдвигаемся в нормальный рейс. Я, блин, не знаю, конечно, сегодня вот по времени просто физически не успею. А, хотя что, я говорю, завтра. Я завтра гружусь.
И выезжаю я только в субботу, потому что я вспомнил, на то же время договорились. Так, ну все, мне вон пандус самооткрыли. Так, ну все, буквально минут 7 закидали. Вес, я не знаю, может полтонны здесь есть максимум. Как-то так. Все, выдвигаемся сейчас в Чистополь. Да, по идее. Рессоры даже не легли. Так, сейчас будет перекус, газовисточек. По кайфу, вот такие дни мне нравятся. Так даже, знаете, нет ощущения того, что ты впустую живешь. Короче, вот самая четкая шаурма в нашем городе. Сейчас вам покажу размер. Вот такие вот. Вот такая вот шаурма. Блин. Но она просто пушечная, бля. Мясо там просто полно. Времени быстро, а что поеду? Поскольку вернешься домой, ты не знаешь. Но хату тоже пока покупать можно. Более дорожка у нас такая, не знаю. Правда, заправиться, когда все придется. Не помню, сколько у меня топлива осталось. Короче, сейчас заправляемся, едем в Чистополь. Выгружаемся, едем домой. Отдыхаем. Завтра грузимся. Также отдыхаем. Послезавтра работаем. После-после работаем. После-после-после-после. Короче, дальше работаем. Ладно. Давайте, ребята, мне приятного аппетита. А вам хорошего просмотра. Короче, объехал Нижнекамск. Такая вот дорожка. Блин, лобач у меня эти, я уже говорил. Релешка навернулась, походу, стеклоочиститель, и моторчик этот, насос не работает. Еще, смотрите, сзади люк. Короче, я его как смог, так и вымыл. Полностью снимать что-то мне желания не хватило. Но вот так вот он салфетками отер. Уже хотя бы он, оказывается, прозрачный, я думаю. На предыдущих влогах, кто обращал внимание на люк, наверное, видели, в каком он состоянии был. Сейчас еще разочек нужно пройтись там хотя бы влажными салфетками попробовать, и уже, думаю, намного лучше будет. Погода кайф, когда едешь. Кстати, опять-таки, этот люк очень даже спасает. Я позавчера ехал с Казани домой, ну, с Нижнего Новгорода, я просто в Казань приезжал, имею в виду, от Казани ехал. Окно уже закрыл, люк приоткрытый, холодно сижу, блин. То есть на улице, когда становится прям не душно, люк прям промораживает, так бы сказать. Так, тут какие-то люди переходят. Роскомсталь. Несколько раз я сюда приезжал, когда работал. Работал на Ивеке, грузился в порту в Питере и вез сюда катушки. И прям едешь, эти катушки страшно было возить, особенно видосов насмотрелся, когда резко тормозят, они кабину сносят, блин. И вот едешь, по несколько ремней стягиваешь, а что смысл от этих ремней? Они как бы, катушка если начинает катиться, то особо понта нету от нее. Ну, от ремней. Вот, потому что там у меня катушки по 7,5 тонн, я помню, были две. Ладно, ребята. Стартуем дальше. Так, да. Выгрузки нам 98 километров. Ну, нормально. В принципе, туда-обратно прокатиться с кайфом даже, я бы сказал. Ладно, летим дальше. Сейчас подъезжаем к мосту. Так, сколько это было? Лет 10 назад, может быть, меньше. Мы вот сюда на этот мост забирались, но с него вид там покруче. Сейчас, если будет вставочка, если найду видео, то я вставлю. Вон там вот мы стояли. И на этом мосту стоишь, вот так смотришь по сторонам. И тебе кажется прям... Короче, я сейчас видео вставлю, постараюсь найти его. Пойду мне пройтись. Бля, она дрожится от автобуса. И там стоишь, и тебя шатает прямо на этом мосту, короче. Так, это вот здесь весовая рамка. Это для ребят, кто с перегрузом надумает кататься. Вот. Тут здесь еще эти дороги не видел.
будете знать. Кстати, я думаю, полезно будет показывать весы, какие-то камеры с подвохом и так далее. Надо тоже такую информацию, кстати, сделать. Ух ты, дяденька на колени втопил аж синий дымок. Так, давай, крутачок, обходи. Всегда так делать, ну, так, конечно, не надо делать, когда вот такие развилки есть. Но просто на обочинку можно уйти, не ущерб себе. Хотя они все равно сейчас за фуры там стрянут. Ладно, до Чистополя нам осталось километров 80, наверное. О, как дерево запахло, я впервые почувствовал, чем увидел. Классно, классно, летом работа, повторюсь, летом работа, она в кайф, особенно себя, вообще пушка. Когда нету ощущения вот этих, как они, кандалы. Когда снимаешь с себя кандалы, едешь и кайфуешь. Правда, мне вот этот писк, я не знаю, он слышит, нет, на камеру, уже замучил. Надо этот вопрос убить. Добираюсь до спуска Камских полян. Ну как спуск, когда на газели пустой идешь, это не спуск, а вон там вот шахман или что-то есть, уже его жарить начинает тормозить. Первый раз, когда я сюда катался, мне там нравилось. Пока особенно какой-нибудь Урал не увидишь, или Байкал, или по побережью Крыма не покатаешься. Сочи, Геленджик и так далее, я там не был, то есть я не был, опять-таки не знаю, как камера передает, будет мой грязный лобач, надо сейчас Так, все, ребят, товар на базе, Чистополь, вот это мир, мир одежды здесь, всякой движухи, блин, короче, я как сорока колонки увидел, эти здоровые, есть же, которые ставишь, типа JBL и так далее, думаю, блин, колоночку, что ли, какую-нибудь кайфовую взять, еще там, но мой разум стал выше, так скажем, я взял деньги, это, что вы выбираете, приз или деньги, я потому что... Как-то уже возил такой магазинчик. Я там взял гуся здорового, короче. Ну, это не счет оплаты, я просто отчасти взял его. Но здесь я не стал. Все. Выгрузился, еду домой. Так скажем, отдыхать, кайфовать. Так что, ребята, до новой серии. Завтра уже опять начну снимать. Сегодня, скорее всего, ночью выложу. Либо сегодня ночью, либо завтра... Ну, в вашем случае, либо пятница утро, либо четверг ночью будет. Все, давайте, до встречи, до новых влогов, ребята.